Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в челночку на сервере Admiral Replay, 4 сервер, мне здесь легенда футболь. Не забывайте вводить мои регистрации и также не забывайте вводить мой промокод, пишите МН, потом выбирайте 10 пункт промокод и пишите вот такой промокод, KGAME. Только вы тратите 7 часов, вы получите 50 тысяч, обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, пацаны, наконец-то я починил эту Феррари, мою машинку. Кто не понимает, что это за Феррари, это самая быстрая машина на проекте Redmir Roleplay, именно в КРМП. И сегодня я хочу на ней поехать на эти горы, на эти волшебные горы, которые видите вон в том месте, вон прямо. Я думаю, вы их видите, в принципе. И я хочу на ней, на них, точнее, на этих горах покататься на Феррари. Выжать из нее все, постараться выжать максимум просто по горам. И посмотрим, сколько я смогу разогнаться. И, возможно, попробуем взлететь в какое-то там место. И это будет очень интересно, пацаны. С вас ставьте на лайки и погнали. Итак, давайте покажу ее максималочку. Просто вот так едем. И она ебашит, что не знаю что. Реально, она просто бешеная. Очень быстро едет. Максималка, по-моему, 300 с чем-то, если не ошибаюсь. Ну, не страшно не так разгоняться. Так, вот у нас есть въезд. В принципе, давайте поднимаемся наверх. Попробуем здесь поездить. Мне кажется, это будет очень жестко. Ебать, она быстро поднимается. Просто видите, какая скорость. Под 200 почти. А нет, 150 почти было. Ну, конечно, под горку ей тяжело разгоняться, но... Ух, ебать, она... Просто прет, пацаны, по горам. Видите это? Это просто реально жестко. Ай-яй-яй-яй, это было очень жестко, пацаны. Походу, сегодня я обратно ее сломаю. Она будет обратно 2 месяца стоять ремонт. Ох, это ё-моё. Вот это жестко, конечно. Так, вот у нас, по-моему, самая высокая точка. Если я не ошибаюсь. Да, это она. Так, тормози. Это было реально опасно. Не, я думал, мы здесь можем выскочить, но походу нет. Хотя можно в эту сторону, типа, скинуть ее с горы. Ну, давайте это под конец сделаем. Давайте еще прокатимся, потому что хочется еще покататься. Потому что если я ее скину с горы, скорее всего, она уже дальше никуда не поедет. Поэтому, пацаны, давайте прокатимся. Блин, как все классно выглядит, пацаны. Реально, это очень классно выглядит. Ладно, давайте прокатимся еще. Где туннель был, я не помню просто. Так, это спуск у нас к Кремлю, а здесь где-то должен быть туннель. Сейчас мы к нему поедем и зайдем в туннель, попробуем по туннелю проехаться. Мне будет очень интересно, посмотри, как она проедет. Блин, реально в ней классно ездить, я вам скажу, здесь именно. Может, это из-за того, что я на ней давно не ездил. Ну, хотя, может быть, кстати, да. Ну, ладно, давайте поднимаемся. По-моему, с этой стороны туннель находится. Поэтому давайте сюда поедем. Да, вот туннель, пацаны, заезжаем в туннель просто. Так, и давайте по газам дадим. Ух ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё. Ай-яй-яй, я забыл, блин. Тут же такие повороты резкие. Ладно, ничего страшного, живем еще. Так, я забыл ремень, по-моему, пристегнуть, да? Да, я забыл ремень. Все, нормально. Так, поехали. Ой-о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 й. Да, все, она не едет нормально. Она не едет нормально вообще теперь. Походу, нужно вызвать механика, чтобы он нас починил, потому что... Да, она, пацаны, вообще плохо едет. Ладно, давайте я сейчас спущу с горы, вызову механика, он приедет, меня починит, и мы потом уже продолжим. Ну что, чуваки, вот приехал механик, и это вертеть! Ладно, я шучу, пацаны, это не вертеть. Ну, похож, да? Похож на вертеча, пацаны? Я думаю, да. Это какой-то Дмитрий ченнел, поэтому ладно. Все, сейчас он починит меня, я еще ему начально кидаю нормально бабок за то, что он приехал, и поедем спустим ее с горы, пацаны. Ну что ж, пацаны, пришло это время. Сейчас мы скинем ее с горы. Мне кажется, после этого полета машине будет пиздец, и мне тоже. Потому что у меня хп довольно-таки мало, хотя я пристегнут, но, в принципе, не важно. Давайте, поехали. Поднимаемся наверх. Не знаю, успеем мы разогнаться нормальной скоростью или нет. Скорее всего, нет, потому что вообще вяло едет. И ебать! Ай-яй-яй. Все, пизда машине, да? Она вы... Серьезно? Вот прям серьезно, да? Она выжила? Че? Алло, физика, КРМП, что это такое? Алло, я думал, она разобьется. Она дымится или нет? Не, она даже не дымится, пацаны. Это, я считаю, успех просто. Это реально просто успех. Да, ей чуть досталось. Ну, как чуть-чуть. Минус бампер, минус пол машины. Но она все-таки живая, пацаны. Сколько у нее хп осталось? Давайте посмотрим. У нее осталось 540... А, нет, 683 хп у нее осталось. Это довольно-таки неплохо. Ну, ладно, пацаны, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Заходите на родные, играйте вместе со мной. Вводите мой промокод. Вводите мой ник. И всем пока-пока.